Ну и что? Учительница потом же этого червяка съела. Но она же испугалась. Что же делать? Все пропало. Скоро Новый год, а я так и не написала письмо Деду Морозу. Я буду плакать. У меня не будет подарка. Что ты там опять орешь? Хвост колесом прищемила. Чтоб ты знал, у меня нету хвоста. Да мне он есть, но такой маленький, что щемить нечего. Не щемить, а прищемить. Так чего ты орешь? Я умираю. Все пропало. Я не написала письмо Деду Морозу. Так скоро Новый год уже. Когда же он успеет приготовить тебе подарок? Пойду повешусь на поилке. Какой Новый год без подарков? Может, не стоит? Давай скорее бери бумагу и садись писать. Может, еще успеешь. Точно. Алиса, неси мне скорее бумагу. Я письмо писать буду. Так, что же написать? Дорогой Дед Мороз. Фанни, стесняюсь спросить. А ты зачем в школу ходила? А что не так? Что я опять натворила? Да так. Просто у тебя правописание хромает. Вернее, совсем. У него лапка, видимо, отпала. А как надо? Дорогой вместо дорогой. Дед вместо дед. И мороз от слова морозить. Значит, с буквой З. Сейчас я все быстренько исправлю. Все, готово. Что же еще написать? О, точно. Поздравляю тебя с Новым годом. Отлично придумала. Я была хорошей. Подари мне подарок. Да, конечно. А кто учительница червяка в журнал подложил? Да, помню, как она визжала. Класс! Ага, директор тоже помнит, до сих пор. Ну и что? Учительница потом же этого червяка съела. Но она же испугалась. И что же мне из-за этого подарок не дарить? И что же ты хочешь? Я хочу... О, точно! Я хочу мешок орехов. Ага, мешок свежих лесных орехов или арахиса. Мешок орехов. Так, стоп, зачем мне столько? Это же мне до конца жизни. И скорлупу я сама разгрызть не могу. Что же делать? А, придумала. Хочу мешок чищенных орехов. Мешок чищенных орехов. Класс, я талантище, я супер, я гений. Фанни, остановись. Хомяки столько не живут. Тебе этот мешок за всю твою хомячью жизнь не съесть. И потом, нам столько жирного нельзя, иначе диабет будет. Или ты хочешь рано умереть? Нет, я хочу жить долго. И что же мне тогда придумать? Так, думай, Фанни, думай. Ты что, зря в школу ходишь? Фанни, да не напрягайся ты так. У тебя и так все есть, о чем может мечтать хомячок. Ну, на Новый год я просто обязана что-то попросить у Деда Мороза. Так, ладно, мешок орехов вычеркиваем. И что же придумать? О, придумала. Хочу игрушку-погрызушку. Зубы чешутся просто жесть. Кокос пробовала грызть, чуть верхний зуб не сломала. И кто эти кокосы делает? Их не делают, они растут. Да? Ну и где растут? Как где? На пальме. Пальме? О, хочу пальме. Пальме. Ну и что ты там написала? Не пальме, а пальму. И зачем она тебе? Ну так, посмотреть, что это? А ты в курсе, что она большая и к тебе в контейнер не влезет? И что теперь делать? Угомонись, у тебя все есть. Нет, так положено. Все в Новый год письмо Деду Морозу пишут. И я хочу. Ну так просто, поздравь его с Новым годом. Ну само собой. А попросить все же что-нибудь надо. Да, Алиса и так тебе что-нибудь подарит. Нет, я хочу от Деда Мороза. Ну Дед Мороз и так занят. А ему еще тебя развлекать. Ну хотя бы портрет мой. Вот мы на хуморисовании изучили художника, который нарисовал Хумализу. И я хочу мой портрет, чтобы его кто-нибудь нарисовал. Так давай попросим подписчиков. Пусть они тебя нарисуют и пришлют тебе портрет в нашу группу ВКонтакте или на нашу почту. Вот и будет тебе новогодний подарок. Ну-ка, остановись. Я тебя сфотографирую, чтобы было с чего рисовать портрет. Дорогие подписчики, помогите, пожалуйста, Фанни. Осуществите ее мечту. Нарисуйте ее портрет. И фото своего рисунка скиньте в нашу группу ВКонтакте. У кого нет контакта, можете прислать фото рисунка на нашу электронную почту. Лучшие рисунки мы покажем в одном из наших видео в новом году. Вот так, Фанька. Подписчики помогут осуществить твою мечту. И не будем беспокоить Деда Мороза. Ссылка на нашу группу в ВК и адрес электронной почты будет в описании к видео и в верхнем комментарии. А Деду Морозу я все-таки письмо напишу. Поздравлю его со всеми хумопраздниками. Ну а пока Фанни дописывает письмо, я вам скажу хума пока. Правда же прикольно, когда это говорит хомячок. До следующего.